Необычная акция сейчас проходит в Израиле. Женщин призывают сдавать свои волосы для онкологических больных. Из собранных прядей делают парики для женщин, которые потеряли волосы после курса химиотерапии. Организаторы акции говорят, что не ожидали, что акция вызовет столь значительный резонанс. Подробности у Александра Васильева. Много чем удивляло мир еврейское государство. Древностями и технологиями, чудесами медицины и отличными дорогами. Сейчас Израиль может войти в книгу Гиннесса, как государство, где больше всех жертвуют волосы онкобольным. Как показали исследования, проведенные международной торговой маркой Pantene и добровольнической организацией Zichron Menachem, девушек и женщин, которые начинают лечение от рака, в первую очередь волнует то, что они потеряют свои красивые волосы. И здесь помогут парики. Вот для чего требуются натуральные волосы. И вот почему Pantene и Zichron Menachem объявили масштабную кампанию под лозунгом «Поможем сохранить красоту». Речь идет о международном благотворительном проекте «Beautiful Lens», призванного помочь женщинам, девушкам и девочкам, которые ежедневно борются с раком, с помощью натурального парика снова стать самими собой. За время проведения акции, начавшейся в нашей стране в августе этого года, натуральные волосы пожертвовали в 3 раза больше наших соотечественниц, чем годом ранее. В израильском представительстве Pantene надеются, что уже в ноябре париков будет 3000, что и позволит Израилю попасть в книгу рекордов. Для производства одного качественного парика волосы должны пожертвовать более 7 девушек, причем длина волос должна быть не менее 30 сантиметров. Несмотря на столь жесткие требования, число тех, кто желает пожертвовать свои волосы, только растет. Мы с радостью откликнулись на инициативу организации Zichron Menachem, на нужды которой намерены перечислить 100 тысяч долларов. Средства, собранные компанией Procter & Gamble от продажи товаров нашей марки, будут направлены на производство качественных натуральных париков. Чтобы привлечь к этой акции как можно больше израильтянок, мы попросили самых известных представителей шоу-бизнеса создать собственные экстравагантные парики. Их выставка проходит на этой неделе в Тель-Авиве. Каждый такой парик с подписью звезды будет преподнесен женщине, борющейся с раком, вместе с париком, созданным специально для нее. С 11 до 13 ноября более 200 стилистов будут бесплатно стричь всех клиентов парикмахерских салонов по всей стране. Как новые, так и постоянные клиенты салонов, все, кто пожелает пожертвовать волосы на благотворительные цели, смогут сделать это, превратив свои длинные пышные локоны в стрижку под мальчика, по примеру знаменитой американской певицы Бейонс. Александр Васильев, RTVI.